Пермские полицейские разыскивают уроженца Республики Азербайджан, 30-летнего Сахавета Ришат Аглы Магирамова. Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Рост высокий, около 180 сантиметров, телосложение плотное, волосы и брови черного цвета. Преступник может быть вооружен, владеет приемами рукопашного боя. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Магирамова, просят сообщить в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам 246-77-00, 246-79-63 или 02.